В Якутске продолжаются акции и инициативы под эгидой «Года добра» помогают многодетным и малоимущим. Здравствуйте, это с общественной организацией «Город добра». 2 февраля в городе стартовала акция «Корзина добра». Согласно замыслу, добровольческие инициативы проходят в формате дарения продуктовых корзин многодетным или попавшим в трудную жизненную ситуацию семьям. Мы привезли вам продукты питания. Спасибо большое. Ну, получается, получили ваш номер телефона, адрес Антона Васильева. Если бы не вы, наверное, бы так было. Я очень благодарна организациям. Это уже не первая организация нам помогает. Мы бы, конечно, тяжело жить. Трое детей, очень тяжело. Один из них инвалид, на пенсию инвалида. Маме очень тяжело. Курируют акцию общественная организация «Город добра». Каждый неравнодушный может также принять участие, сделав подарок одной из семей. Для этого необходимо обратиться в молодежный центр «Ты-ТИМ», который находится по адресу Хабарова, 27/1. Мы поможем составлением списка продуктов, также найти семью, которой бы они хотели бы помочь. В корзинку входят продукты питания, это как макаронные изделия, можно вот нам приносят даже вот мясо курицы, там фарш, котлеты, также там мука, консервы, ну, гречка, чай, ну так вот. Тем временем на одной из торговых баз города продолжается социально ориентированная личная добровольческая инициатива. Владелец продуктового магазина Ольга Альбертовна Николаева смонтировала полку добра. Каждый желающий может купить здесь продукты первой необходимости и оставить их на стеллаже. Затем любой нуждающийся может взять их абсолютно бесплатно. Помимо этого, от себя Ольга Альбертовна также планирует класть ежедневно свежий хлеб. Вот я сама стою за кассой, я просто вижу людей, бабушек в основном, да, которые приходят и действительно, купив, допустим, пачку молока, они считают деньги, копейки, оставшиеся на хлеб. Я не смогу накормить всех голодающих, но я смогу хотя бы вот этим образом хотя бы помочь конкретному человеку, которому на данный момент тяжело. Да, вчера было больше продуктов, и вчера как-то бабушки были скромнее. Они спрашивали, а что можно из этого взять? Ну, возьмите, что как говорится, хотите. В дальнейшем Ольга Альбертовна надеется, что предприниматели нашего города поддержат идею и появится позитивная тенденция. Иван Подойницын, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.